Чтобы пышная зелень, красота улиц и чистота скверов и парков радовала всех, о благоустройстве и озеленении города над Бугом необходимо заботиться не просто заранее, а всегда. Большая часть работы, безусловно, лежит на плечах работников жилищно-коммунальных служб, но приобщаются к полезному делу и другие организации. На территории Рязанской области в текущем году активно проводится работа по озеленению. Всего вот за 9 месяцев текущего года у нас посажено около 90 тысяч деревьев и 15 тысяч кустарников в целом в области. В рамках этих мероприятий вот, с участием работников органов Минприроды территориальных, например, посажено более 1600 деревьев и около 700 кустарников во всех городах и районах области, населенных пунктах. Озеленялись и территории общего пользования населенных пунктов, и территории, прилегающие к водоемам, автомобильным дорогам, в местах массового отдыха населения, вблизи мемориальных комплексов. В целом, Брестская область занимает лидирующие позиции по количеству высадки новых деревьев и кустарников. И неудивительно, брещане вопросу о озеленении и благоустройстве города отводят должное внимание. Совсем недавно, 10 октября, прошла акция под лозунгом «Посади дерево», в которой приняли активное участие специалисты Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды и службы жилищно-коммунального хозяйства. Теперь саженцы клёна и кусты барбариса станут еще одним украшением улиц Кальварийской и Егель. 10 октября по всей стране прошла акция «День озеленения» под лозунгом «Посади дерево». Брестский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды приглашает всех присоединиться к глобальной экологической кампании «Обустроим малую родину» и нести в свой вклад благое дело. За информацией о планируемых местах проведения посадки деревьев и кустарников граждане могут обратиться в городские районные инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, а также телефоны размещены на сайте Брестского областного комитета. Присоединиться к экологической кампании может каждый. Время для реализации доброго дела еще есть. Ирина Кузьмич, Андрей Щерба, Александр Макаревич, телекомпания Бук ТВ.